Доброе утро всем! У нас сегодня опять тучки бегают. 7:45, нам к 8 мы записались в поликлинику с Афонькой. Так что сейчас едем за справкой. Так рада, что сейчас можно записываться в поликлинику и не надо нам будет стоять очередь. Или супер рано там до 7 часов приезжать, занимать ее. Потом ждать, пока кто-нибудь следующий также рано приедет, чтобы ему передать очередь, и потом уже ехать за Афонькой. В общем, сейчас все круто. Мы вчера записались на 8 утра, но надеюсь, что эта система работает. Поэтому сейчас поедем посмотрим. И Афоньку в больницу за справкой. В общем, у нас в садике, ну, я думаю, так во всех, да, если папа, долго папа не ходишь, едет. 5 дней можно без справки. Папа едет? Нет, не... А, вон, да, по дороге на работу. Нет, то не папа, у папы не тонированные окна. Вот, и, в общем, 5 дней, ну, у нас не было больше, учитывая выходные. То есть так, если без с выходными, то 3 дня плюс 2 выходных можно без справки, 5 дней в садик. Ну, либо 5 дней, ну, в общем, вот так. Ну, получается все равно тогда со справкой, если выходные включать. Вот, и мы... уже больше отсутствовали. Сейчас, естественно, едем за справкой. Ждем теперь, когда будет 8 часов, да, Фань? Тут даже у нас поставили эти детские столики пеленальные. Это моя больничка. Это твоя больничка? Да, там Антона больничка. Там Антона больничка? Да. Слушайте, действительно, все прям круто. Справку мы взяли. И у нас возле поликлиники вот такие вот красивые цветочки. Мама, опять. Такие кустики. Афонька уже хочет в садик. Ты хочешь в садик, сынок? Нет. Нет? Тут еще и девочки идут в садик, да? За ручку. Давай, пошли. Веди Афоню, он уже забыл, куда надо идти. Давай. Маргарита, ты становись строй. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Афоня. Зои. Проходим вперед. Мы проходим. Проходим в группу. У нас там духи. Давай. Где духи, Зоя? Привет. А у меня там духи. Духи я изымаю. Алексей, она не разрешает духи брать. Поняла? Дома. И конфеты тоже не разрешает. Все забираю. Хорошо хоть сказала. Нельзя, или на Алексея будет ругаться. Афанасий. Афанасий. Зинка, а где твой шкафчик? Слушайте, я тут еду домой, пирожков родня нам дала. Вот. Кто подписан на родню в инстаграм, у нее это называется поросятки мои, вот такие вот красавчики. Накупила тут йогурта, и бабулечка возле магнита стояла, торговала вот абрикосами. Я решила у нее купить, не знаю. Они, я уверена, что они вкусные, я вообще люблю абрикосы, поэтому, в общем, будем их теперь кушать. У меня бабулечек обычно, ну не то что жалко, это такое чувство не очень хорошее, ну даже слово, да, но мне хочется как-то им помочь. Причем, знаете, сделать и себе приятно, и им, то есть они не просто стоят там, просят, не знаю, да, милостыню, они даже что-то продают, поэтому будет приятно и мне покушать такие вкусные абрикоски, и им тоже хорошо, поэтому, в общем-то, вот так вот. Что я купила? Морскую соль. Решила попробовать, я не знаю. Ну и ты едь. Два печенья, вот такие вот кубаночка. По мне самые-самые вкусные. Булка хлеба. Два йогурта вот таких. Покажи еще, какие йогурты. Ну скажи ему об этом. И йогурт еще вот такой, в который добавим малинку. Готовлю обед. Сейчас у нас будут ленивые вареники. 10 творога. Не знаю, сколько. Думаю, что килограмм. Может быть, плюс-минус, чуть меньше. Сейчас сюда добавлю где-то 3 яйца. Посолю и муки прям побольше, чтобы тесто стало комком. Буду на вот такой же дощечке вымешивать. Прям муки побольше я добавляла. Вот такой вот комочек теста у меня получился. И сейчас буду отрезать понемногу, делать колбаску и делать такие квадратики. Ну, такие вот медальончики небольшие. Буду их варить. Вот такая вот колбаска у меня получается. Вот варенички, которые я уже порезала. Я беру просто вот эту вот колбаску и нарезаю на произвольные
кусочки. Ну, мы любим ленивые вареники соленые. Кто-то их ест сладкие. Вот можно сейчас с малиной, в принципе, сделать. Мы едим соленые. Я сделаю салат. Помидоры, огурцы. И со сметаной будем есть вот такие вот творожные ленивые вареники. Мы уже будем обедать. Не знаю. Все, ленивые вареники будем обедать. У нас еще Родя, будем смотреть прикольный мультик. Риш, ты только сначала его. Я собралась в титровку, все, я семью накормила. Сразу включаю телефон на зарядку автомобильную. И сейчас какую-нибудь аудиокнигу себе включу, потому что в титровку ехать, ну, все-таки не 5 минут, минут, наверное, 20, может быть, даже полчаса. Дома у меня тут целая коробка Фаберлика. Как всегда, моя любовь — это средство для дома. Вот, сейчас тебе покажу, сейчас в комнату занесу новый каталог. И здесь такие шампунчики. Так, начнем смотреть Фаберлик. Это у нас детское средство. Мне очень нравится запах в детских средствах. Фаберлик, я вот чисто даже из-за запаха его и беру. Да, запах такого зеленого яблока. И каждый раз у них вот эти вот картинки меняются. Но запах вообще клевый. Дальше вот это вот корректирующее чего-то там. Палетка для скульптурирования. Вот что это. Вот у него вот такой артикул. Он 60-73. Он давался в подарок. Там что ли за 1 рубль можно было выбрать тушь, либо вот эту штуку. Ну, я выбрала вот эту штуку. Не знаю, правда, буду ли я ей пользоваться или нет. Ну, блин, знаете, как всегда, пусть будет. Решила попробовать раз лето вот такой вот педикюр. Потом расскажу, как он. Я так понимаю, что нужно распарить ноги в ванночке, насухо протереть, потом нанести вот этот гель на огрубевшие участки стоп, при необходимости на кутикулу пальцев ног с помощью аппликатора. Использовать перчатки при нанесении и после нанесения средства обернуть части эти стоп целлофановой пленкой и через 5-10 минут, в зависимости от степени огрубевшей кожи, удалить лишнюю кожу пемзой или мягкой пилкой. Ну, в общем, будем пробовать, что это такое за жидкий типа педикюр, знаете. Посмотрим. Также беру всегда вот такие вот недорогие там шампуни, они по 70 рублей, вот. Сразу шампунь и бальзам к нему. Вот сейчас какая-то новая ботаника серия. Если честно, Фаберлик не заказывала очень давно, поэтому буду пробовать. Ну, мне обычно вот такие штуки нравятся. Ну, то есть на каждый день. Еще там было по акции вот Beauty Cafe. Я так хотела этот аромат, он мне безумно нравится. Вот прям хочу попробовать. Поносить его на себе, ну вот отдельно, вот когда его чувствуешь, да, наносишь, мне он очень нравится. Что это такое? Тоник для лица взяла, вот такая вот ботаника серия. И умывалку тоже, гель для умывания. Вот тоже люблю такие штуки, недорогие, но надеюсь, что кожу стягивать не будут. Мой любимый вообще размягчающий крем, компресс для ног на ночь. И мажу. Жаль, что такой маленький пузыречек. Сколько здесь? 50 миллилитров. И помада. Сейчас ее откроем, посмотрим. Должна быть матовая. Смотрите, тут даже зеркальце есть. И она, по-моему, вот такой у нее артикул. Ну, номер, да? И она открывается. А вот она. Нажимаешь на кнопку, и вот это она выдвигается. Или как? Не знаю, сейчас посмотрим. Сейчас попробую. Без камеры. А, и она теперь выкручивается, наверное. Все, разобралась. Нужно нажать на кнопочку. Вот она, да, кнопочка. И теперь отсюда просто достать помадку. Вот. И, то есть, получается, вот это как зеркальце для нанесения отдельно, да?
Сказать, что в это зеркальце даже очень хорошо все видно. И вот такой вот нюдовый оттенок, он такой розовый нюд. Ну, то есть, мне такие как раз-таки нравятся вот на каждый день. Посмотрим, как будет носиться. И дальше еще шорты. Сейчас их откроем тоже. Средства здесь для туалета, моя любимая. Вот это универсальное, которое я добавляю в ведро, когда мою пол. Это пробник для ванной комнаты средства. Мыло для кухни. Мне тоже очень нравятся запахи, ароматы. И еще попробовала по совету родни. Ей подарили на 8 марта вот такой вот жидкий стиральный порошок для белого. В общем, попробую. Она сказала, что реально очень круто отстирывает. Вот взяла попробовать. И ароматы тоже на водной основе быстро выветриваются, но приятно пахнут. Ну, вот такие вот. Они, в общем, недолго играющие. То есть побрызгала, и тут же все развеялось. Так, все, я буду готовиться к свадебным комплиментом, сделала тесто, двойную порцию, и сейчас разделила его на 4 кусочка, буду все класть в холодильник, и потом уже вечером можно уже будет с ним работать, то есть с ним удобно работать, когда оно с холодильника, потому что оно податливое, держит хорошо форму, и то есть оно сейчас очень-очень мягкое, да, то есть делать форму с него бесполезно. А оно немного полежит в холодильнике, и уже сливочное масло в нем застынет, и будет все как надо. Продолжаем готовиться на рынок. Малинку с мамой собирали. А это нам? Это на продажу. Вот это. Ну, возьми себе стаканчик, ты будешь кушать? Да. Ну, иди кушай. Вот, а вот это все будет на продажу, на рынок повезет. Еще морковку мама будет вязать, вот по 4 штучки. Афанасий тоже приехал вот из садика. Да. В хорошем настроении, да? А то он сегодня как расплакался за мамой. Расскажи. Я хотел домой. А, ты просто хотел домой? Да. Ну и как? А там Вика колется. Быстро успокоился? Да. Ну, молодец. Мы сейчас с Григорием будем ужинать. У нас борщик я сварила, уже его остудила. Хочется даже холодненький со сметанкой покушать. И мама, курочка домашняя, камышеватская, беговая. Спроси, хочется ли мне холодного борщика? Хочется ли тебе холодного борщика? Нет. Подогрей. Я газончик подстригла и убрала ромашки, потому что они уже стали вот портить прям газон очень сильно. Он прям стал тут, как это называется, преть, вот. Так что я их все, они уже, в принципе, знаете, на грани, половина цветет, половина нет. Поэтому я их все вырезала, все вынесла. Сейчас еще расставлю эти светильнички, потому что они тоже были тут в ромашках, непонятно как. Так что сейчас их подрасставлю. Села монтировать видео. Всем привет, меня зовут Наталья. В общем, иногда у меня такое бывает, Инстаграм, знаете, позднее зажигание включается, когда его уже выключили. Вот, сейчас монтирую видео и переделала кучу дел. Прям сейчас пишу себе в списке, с вечера еще начинаю, что буду делать, потому что интернет меня, если честно, я даже слышала, что сейчас это некая зависимость. Вот, походу, у меня это прям зависимость. Вот если я не выхожу в Инстаграм, ну, в общем, во все соцсети, не беру телефон в руки, кучу дел делаю, в хорошем настроении. Я прям это чувствую, что у меня супер настроение, куча энергии. Но если я засела в интернете, вот я просто сижу, но как будто что-то делала, знаете, как будто очень устала, поэтому как-то понимаю, что все-таки такая зависимость, наверное, существует. Вот сегодня буквально мы смотрели новости, и что это уже прям признали болезнью, вот эти все гаджеты. Я понимаю, что у меня эта зависимость, походу, есть, поэтому стараюсь сейчас телефон откладывать подальше, и только вечером сажусь, чтобы... Все равно без соцсетей никуда, но как-то их немного минимизирую в своей жизни. Монтаж, монтаж. У нас был на завтрак пирожки от родни, а теперь еще и ужин от родни. Фаршированный перчик овощной, без мяска. Обед забыли!
А обед родня нам не передала, да? Это прокол. Зоя, иди сюда, расскажи про садик, скорей. Ты что пластилином ее облепила? Это вообще-то у нее такое платье и наушники. Это не платье, это новый вид ткани. Да? Ты так пошила? Вчера дети, домой. Так, дети, домой. А, ты доделываешь? Господи, это какой-то ужас. Это какой-то ужас. Кто такой ужас сделал? Ты, что ли? Да, это такой костюм. А-а-а. Марго, что ты там пишешь? Что-то допишет она. Да, Коля? Что-то она допишет.